заместитель директора департамента государственной молодежной политики. Прошу прощения, они еще не успели нажать кнопку. Я еще раз представлюсь. Поехали. Александр Ведехин, заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В чем для вас главный смысл этого форума? Наш департамент занимается молодежной политикой, реализацией молодежной политики на местах и, безусловно, молодежная наука, привлечение молодежи в науку, поддержка молодежных инициатив с точки зрения участия в научной деятельности – это один из наших приоритетов. На этой площадке собрались студенческие общества. Мы видим, что студенческие общества находятся в разной степени развития, но разрабатывая меры поддержки для этих студенческих научных обществ, мы считаем крайне важным спросить у самих ребят, а что они ожидают, какую поддержку от государства, что им не хватает для того, чтобы быть более эффективными, более активными. И еще одна важная цель – это провести обмен лучшими практиками и тиражировать вот тот лучший опыт, который есть у, как правило, сильных вузов, подсказать тем вузам, у которых еще очень высока зона развития, так скажем. А что уже сейчас видно? Как будет развиваться молодежная наука? Безусловно, мы рассчитываем на то, что молодежь будет больше интересоваться наукой. Министерство реализует ряд конкретных мероприятий, ряд конкретных программ с финансированием для того, чтобы привлечь молодежь в науку, для того, чтобы молодежь оставалась в науке. И вот один из посылов моих на сегодняшней пленарке был о том, что если вдруг руководители университетов, руководители студенческих научных обществ или просто активные студенты видят какие-либо меры и знают эти меры, а мы их еще как ФАИФ не организовали, я прошу эти меры нам передать, нам о них сообщить, мы с большой долей вероятности будем их внедрять. На сегодняшний момент уже реализуется программа «Сириус». Это когда студенты получают возможность получать зарплату, равную 50% от средней по региону, за наставничество над талантливыми школьниками, участниками проектов «Сириус». Это раз. Вторая программа, мы ее называем «Наука», она связана с трудоустройством выпускников на научные ставки в университеты и научные организации. За минувший учебный год в совокупности по обеим программам было трудоустроено около 3000 студентов и выпускников. Общий объем финансирования достаточно существенный, он более 1 миллиарда рублей. И я надеюсь и рассчитываю, что эти программы будут продолжены, потому что они нашли отклик и от самих студентов, и от руководителей вузов, и показали себя эффективными и позволяющими обеспечить как раз приток молодежи.